Выставка, открытая в музее-заповеднике Александра Пушкина, создана по мотивам книги Елены Лаврентьевой «Безделушки», в которой автор при помощи фотографий и воспоминаний показал читателю некое театрализованное представление из предметов домашнего обихода конца 19-го – начала 20-х веков. Вещи сами по себе, они говорили за себя, и здесь уже никак их не обманешь, никак не поставишь, потому что как бы ты их не поставил, то они во всех позах всегда замечательные, всегда очень такие приятные вещицы. Перед тем, как зайти в выставочный зал, гости и сотрудники музея поздравили коллекционера Елену Лаврентьеву с открытием экспозиции. Она же, в свою очередь, преподнесла музею в дар старинную кружку с полочкой для усов. Утраченная бытовая культура конца 19-го – начала 20-х веков впечатляет качеством и количеством изобретений в сфере повседневной жизни. Все экспонаты разделены по группам. Есть и предметы домашнего обихода – щетки и ящики для мелочей, мужские аксессуары, терка для мускатного ореха, деревянный веер, футляр для любовных записок, паштетницы, детские столовые приборы. Все предметы связаны с образом жизни человека, который имел сложившуюся веками привычку вести домашнее хозяйство, обустраивать свой дом и ежедневно заботиться о своем столе и своей семье. Без них нельзя представить ни усадебные вечера, ни дачные чаепития. Большинство вещей собирались Еленой Лаврентьевой в течение 20 лет по всей России, но есть и зарубежные экземпляры. Особое внимание коллекционер заострила на дамских игрушках. Очень много дамских аксессуаров, например, пенал для любовных записочек, бейду и мехи, как говорили тогда, мы сейчас говорим мехи для присыпания париков пудрой. Эта выставка уже четвертая по счету. Посмотреть на удивительные старинные предметы можно будет до конца июля.